Драйв, скорость, энергия – именно это объединяет участников гоночных войн, проходящих уже 4 года подряд. По дороге в аэропорт 16 августа стартует второй этап заездов. Гоночные войны – это соревнования на ускорение по дистанции 402 метра, где соревнуются двое участников. И получается, тот, кто первый приедет, он выступает дальше. Так идет, получается, по олимпийской системе. Информационными партнерами соревнований выступают авторадио «Стерлитамак», «Русское радио Стерлитамак» и «Радио Энерджи Стерлитамак». Генеральный партнер гоночных войн – «Стерлитамакское телевидение». О результатах заездов смотрите в программе «Дорогие дороги».